Ребятки, всем привет! Это шоу по Шазаме, в котором обычный человек, она же популярная личность, бросает вызов искусственному интеллекту. И сегодня против Шазама борется Валя Карнавал. И Потап. Вы забыли его представить. Короче, здорово, бандиты. Мы с Потапом сегодня будем угадывать всякие различные песни. Я думаю, что я наберу 0 из 0, а Потап думает, что мы наберем 100 из миллионов сотен. Короче, думаю, что мы выиграем. Короче, Потап капитальный оптимист. Да. Вот. А ты нет. Почему ты так настроена плохо? Ну, я не знаю. Просто я в последнее время вообще как-то музыку не слушаю. И я такая сейчас думаю, что я угадаю, что нет. Вообще не знаю. Раньше очень много и часто слушала. Сейчас. Короче, что думать, догадать, погнали играть. Твои категории сегодня — это топ-100 Apple Music Россия, топ-тикток, рэпчик, хиты 2000-х и иньяс. Также есть еще категория «Мое», она же «Твое», и три подсказки. Что выбираем? С чего обычно начинают? Сама решай, с чего начать. Какая твоя самая сильная сторона, как считаешь? Ну, я не знаю. Ну, давайте сначала тогда топ-100 ВК. Топ-100 Apple Music Мир. Да. Ну, давай. Ты, кстати, туда залетела со своим треком. Да, я на 11-м месте. Мы с Потапом очень рады. Поехали, давайте с Потапом дайте правильный ответ, пожалуйста. Первый раунд, погнали. Кто? Как называется песня? Добрый вечер, здравствуйте. Я не знаю, это, подождите, это Эльвира... Это Клава Кока. Как? Клава Кока. Краш. Не слышала? Нет, я не слышала, сорян. Прости, Эльвира Кока, я не слышала. Эльвира Кока? Ой, Клава Кока. Вот вы видите, насколько у меня большие знания в треках. А чё Потап молчит? Он же должен был вытащить нас, но... Ну, я не знаю, он пока тоже стесняется, как бы, сейчас все нормально будет, давайте. Катимся. Давайте. Короче, мы можем выбрать категорию моё, чтобы у нас хоть один балл был уже, типа, в целом, который никто никогда не отберет. Но можем и не выбрать. Ну, давайте выберем, давайте. Если я сейчас и в своих любимых треках... Не угадаешь. Кто? То мы лохи. Не, сейчас угадаем, сейчас бандиты, сейчас, короче, давайте. Я вот настроилась, давайте. Погнали, второй раунд, категория моё. Ах, Навай, эгоист. И это правильный ответ? Ну, вот видишь. Нифига себе, у нас целый один балл, ты представляешь? Один балл — это уже нормально, давайте дальше. Ну все, больше категории моё нет, это мы так тебе сделали поблажку. 1-1. Все, что ли, не будет? Больше не будет, конечно. А ты же думала, мы по твоему плейлисту пройдемся, ты выйдешь победителем. Ну да. Третий раунд. У нас есть еще разочек топ-100 Apple Music Мир, хиты 2000-х, рэпчик, иньяс и топ-тикток. Господи, давайте 100. То есть топ-тикток вообще тебя не устраивает? Топ-тикток, да, знаете, у меня такая память, я могу песню знать, но я не буду знать исполнителя и не буду знать название трека. То есть там вообще все очень сложно у меня. Как насчет хитов 2000-х? Я в 2001-м родилась, как я могу знать все хиты? Ну, 2000-е это с 2001 по 2010, все нормально. Ну, короче, топ-100 мир, правильно? Топ-100 Россия. Давайте. Все, поехали. Третий раунд. Господи, помоги. Мальчик Фогель. И это правильный ответ! Потом! У нас уже два балла. Все правильно. Слушай, неожиданно. Я в тебя уже, скажу честно, не верил. Но. Я что, пальцем делала? Ну да, между прочим. 2-1 мы впереди. Это хорошо. Больше у нас топ-100 России нет. Остались топ-тикток, хиты 2000-х, иньяс и рэпчик. Давайте попробуем ТикТок. Может быть, я что-то там знаю. Может быть. ТикТок. Ну ты же ТикТокер. Ты все должна там знать. Я такой ТикТокер, что я бандит по большей части. А бандиты там часто все не запоминают. Короче, бандит. Поехали, раунд номер 4. О, господи, помоги. Двигаться! Я не знаю. У нас заела пластинку. Двигаться. Раим. О, Рахим. Нет, не Рахим. Это Раим, другой человек. Но, знаешь что, есть хорошая новость. Двигаться ты сказала до Шазама, поэтому полбалла ты заслужила.
Два с половиной, полтора, мы все еще впереди. Угу. Ну, сейчас мы все сделаем. Сейчас мы. Сейчас Потап, давай заговор. Да? Да, все хорошо. Все, обсудили? Да. Что решили? Ну, бандиты карты не раскрывают, давайте дальше. Что-то я себя резко почувствовал в криминальной обстановке. Поехали дальше. У нас все еще есть разочек топ-тиктока. Неиспользованный рэпчик 2000-й иньяс. Ну давай рэпчину давай. Рэпчагу. Давай рэпчагу. Давай. Ну это же как бы бандитское, да? Раньше был шансон, а сейчас рэпчага. Давайте. Поехали, пятый раунд. Моя дикая Кассандра, Мияги Эндшпиль. Мияги Эндшпиль. И это, правильно, он сейчас по-другому, правда, называется. Не Эндшпиль, а как? Антипанда. И это правильно. Ответ. Потап. Ну, я как бы, это одна из моих любимых песен, так что. Слушай, ну, вообще-то, не придраться к твоему правильному ответу, даже Эндшпиля перефразировала. 3,5-1,5. Ты впереди. Ты ой, как впереди. Почему это одна из твоих любимых песен? Не знаю, я просто раньше очень часто слушала Мияги Эндшпиля, и я очень много песен раньше знала. Но это было раньше. А любимая сейчас? А любимая сейчас песня? Ну это, наверное, моя песня, которая еще не вышла. А как она будет называться? Промокшем платье. Промокшем платье. Карнавал. Да. Ну ладно, ждем. Короче, пока что мы разрываем Шазам, 3,5-1,5, все хорошо. Есть еще разочек рэпчик. Еще разочек, топ-тикток, 2000-й и иньяс. Куда идем? Давай попробуем иньяс. Давай попробуем иньяс. Ну, а давай попробуем. Давай еще раз хочешь повторить? Я не против. Погнали. Потап, давай. Потап. Ничего не напоминает эта песня? I'm a mess, I'm a loser. Baby Rexha. Baby Rexha. Мою песню с ней спим сравнивать. Кстати, я эту песню от начала до конца прослушала только тогда, когда у меня вышел трек, все начали его с этой песней сравнивать. А я, то есть, изначально эту песню до конца никогда не слушала, тем более клип там не видела, ничего. И когда я послушала, я такая, думаю, пипец. А моя песня в припеве, ну, реально похожа, только по мотиву, а все остальное нет. И из-за этого резонанс такой в ТикТоке был. Но ты согласись, что прям припев один в один? Ну, не один в один, потому что мы на студии сами с нуля писали бит, все делали сами, и мы даже подумать реально не могли, что настолько схоже все будет. А бессмысленно это людям доказывать, объяснять, потому что все равно все будут говорить, типа, ой, не ври ты. Короче, завралась. Совпадение. Да, это стопроцентное совпадение, ребята. Я, мне вообще, если бы я украла, я бы сказала, ну, я по-бандитски чисто немного украла. А так я ничего реально не крала, и так получилось. Так выпала карта. Может, не ты украл, может, звукач украл? Нет, мы писали бит вместе, и я говорила, что мне нравится, что не нравится, и, короче, просто реально так вышло, ребят. Ну, в общем, мы выяснили все, что хотели. 3,5-2,5 мы все еще немножечко впереди. Есть еще разок иньяс, 2000-й топ ТикТока и рэпчик. В 2000-й я даже лезть боюсь. Ну, давайте попробуем. Давайте, врубайте. Сейчас мы с Потапом. Потап, кстати, недавно родился, но я думаю, он тот еще бандит, он уже там все прочекал, чтобы мне помочь. Попробуем. Честно, может, ему внедрило интеллект, и он там 2000-й может перенестись. Поехали, раунд номер. О, Максим, отпускаю и в небо, да? Так и называется трек? Отпускаю. Хорошо, мы ждем правильного ответа от Шазама. Максим, отпускаю, это правильный ответ. Короче, да, Потап угадал. Это все спасибо моему любимому, лучшему другу Потапу. Ну и что мы говорим, что не знаем ничего из 2000-х, из первой ну, ноты просто? Ну, вообще, я немного скромный бандит, поэтому... Опять-таки, все карты не раскрываем, так что продолжаем. На бандитов это не похоже. Они бы что-то заходят куда-то, ты сразу понимаешь, что бандюган. 4,5-2,5. Комфортное преимущество. Есть еще разок 2000-й, еще разок топ-тикток, еще разок рэпчик, еще разок иньяс. Топ-тикток давайте. Ты, кстати, до сих пор не заюзала ни одну подсказку. Я тебе напоминаю, что есть 50 на 50, ага. Есть пауза и есть перемотка трека. Ок. Потап, ты все запомнил? Но ты хочешь заюз подсказку или пока нет? Нет, пока не надо. Ну хорошо. Какая категория? Топ-тикток. Итак, поехали. Топ-тикток. Рахим, я держалась за руку, держусь за руку, рука
рученька, что, как она называется? Ну ты не я хотела... Друг, драк! Ну, конечно! Друг! Ну видишь, ты уже сказала после Шазама. Я посмотрела. Если бы воспользоваться подсказкой, то мы бы сюда получили целый балл, а пока ты получаешь половинку. Ну, тоже неплохо, я считаю. Я считаю. Что 5-3 тоже неплохо. Да. Еще чуть-чуть, и мы почти его победим. Куда пойдем в 9-м раунде? Еще есть рэпчик, еще есть иньес и есть 2000-й. Рэпчину давайте. Рэпчагу. Рэпчагу. Да, у нас там хорошо пошло в первый раз. Ну, давай попробуем. Итак, раунд номер 9. Давай, Батан. Подсказку что-нибудь дайте мне. Я узнала мотив, но я не знаю. Так, это не работает. Эсте луй-луй-луй-луй. Я поняла. Ну, блин. Итак, перед последним раундом у нас 5-4. Ты впереди. Ага. Ага. У тебя есть еще категория 2000-е и еще категория иньяс. Все, ок, поняла. А я не понял, что ты выбираешь. Давай. Давайте, наверное, 2000-е. Хотела сказать 90-е, но давайте 2000-е. Ну вот там ты точно еще не родилась и, наверное, ничего не угадаешь. 2000-е. Берем ли мы подсказку с тобой? Есть пауза. 5 возьмем, секунд. Ладно, давайте возьмем паузу. Все, 5 секунд, я его не трогаю, но тебе нужно назвать и исполнителя, и название трека, чтобы получить целый балл. Какие хитрые. Ну ладно, давайте. Ну ладно, давайте. Ладно. Потап, крепись. Давай, осталось чутка, братанчик, надо вывозить. Финальный раунд. Это 2000-й. Валя Карнавал или Шазам? Пока идет 5-4, но все еще может измениться. Пауза. Поехали. А, черный бумер, черный бумер, бумер, кто черный. Поет? Кто поет? Ну, имя назови. Стоп, я не смотрю туда. Нажмите на стоп, кто ли? Валя, Валечка. Серега, ну. Черный. Ну, Серега же это. Серега! Ну да, молодец, ну ты была позже. Ну шо, шо происходит? Ну полтора давайте мне. Ну полтора, сразу 10. 5-5. Последнее осталось? Ну вообще, ты первый человек в третьем сезоне, который дошел до счета 5-5. У нас ничьи не бывает, поэтому сейчас будет решающий раунд. Мы из любой категории ставим тебе трек. Ага. И у меня есть перемотка на 30 секунд. Да. Хорошо, давайте. Господи, Потап, давай, соберись, братан. Последний балл надо вырвать просто. Итак, перемотка 30 секунд. А, подождите, то есть врубается музыка, я такая стопэ, перемотка. Нет, сразу... она сразу врубается с 30 секунды. Не сначала, а с 30 секунды. И ты должна успеть сказать и название, и трек. Ладно, давайте. Фух! Потом. Ну что? Держи меня за руку. Напряжение. Я могу взять, если что. Накалено до предела. Либо Валя Карнавал по-бандитски победит Шазам, либо эта машина опять всех сделает. Поехали! Пожалуйста. Господи. Теорич, Егор Шип. И это! Правильный! Почему я угадала? Все, я выиграла? И да, в сегодняшнем батле Валя Карнавал со счетом 6-5 побеждает Шазам! Ну как тебе последний трек? Классный трек. Классный? Трек классный, да, очень. Милый. Милый? Милый. Да. Прикольный. Ты бы добавила в ЧС в ТикТоке? Кого? Трек? Да. Еще нет. Не успела. Кстати, а вот за что ты вообще добавляешь парней в черный список? Не, ну это бандитские решения, дела. Там, короче, нельзя все карты тоже раскрывать. То есть был консилиум, и вы бандитами решили, что все, этот человечек больше не по пути ему с вами. Ну. Так, вы что меня в тупик ставите, я не пойму, тут не очная ставка, ребята, дорогие мои. Вот, ты как настоящий бандит перевела как бы стрелочки, я от тебя отстаю, потому что слишком много напора. Валь, ты сегодня победила, ты чемпион. Ну, пришел, увидел, победил, как говорится, чисто зашла и размотала этот Шазам. Ну, это ты или Потап? Ну, это, ну, там, Потап вообще-то. У нас самый умный это Потап, так что голова, мозг. Там работает. Мужчина все решил. Короче, с победой тебя, спасибо тебе большое. Спасибо. Все, я ухожу. Да. Все. Всем по-бандитски, пока.